Вот мы на Красных Полянах летом. Вот такое вот хорошее здесь лето. При этом на высоте около, ну уже не знаю, 1800 над уровнем моря. Такая вот красота. Конечно, туман, дождь, мы все мокрые, замерзли. Но получаем кучу адреналина, удовольствия от этого всего пейзажа, видов. Ну, очень тепло, очень тепло. Несмотря на то, что мы промокли. Можете верить, можете не верить. Предлагаю попробовать самим это ощущение на себе. Нам остался как раз последний заезд. Во, ну, тут уже не видно высоко на Островую башню. А так вообще здесь симпатично и красиво.